Добрый день, дорогие друзья! Часто все спрашивают, куда вы все растения деваете зимой? Если сейчас посмотреть, на торговой площадке нет ни одного растения. Мы все их свезли сюда, в одно место на производственной площадке и уложили вот в этом месте. Они все лежат здесь в один ряд. Я сейчас открывать не буду, потому что холодно сегодня на улице, минус 20. И здесь закрыли тремя слоями, то есть здесь три слоя спанбонда 60 микрон. И положили сверху поддоны, чтобы ветром их здесь не сдуло. Сегодня хорошая погода, безветренная, правда холодная. И видите, по периметру вот так вот соломой обложили еще ряды. Почему такая ширина? Здесь 2,20 ширина. Потому что ширина спанбонда 3,30. И здесь подоткнули со всех сторон, чтобы ветром не сдуло. То есть растениям было комфортно. И все растения в контейнерах, здесь более 150 тысяч растений. Плодовые саженцы мы со всех площадок наших садовых центров мы собрали в одно место. И такой вариант укрытия растений на зиму.